Друзья, всем привет! Вы на канале Сельчанки. Заехала я после работы в такой магазин на даунтаун у нас в центре города. Детский здесь такое все дорогое. Фирменное, или как сказать. То я сейчас стою вот где игрушки. С детьми можно приходить. Вот если с детьми, то будут здесь играться. Вот кухонька маленькая, домичек. И всякие игрушечки. Есть и одежда для деток. Вот такое интересное. Вот это так для детей. Сколько стоит? Один и плюс от год. $40. Один годик и плюс. Это как для Ефрема, допустим. Такое. Такая игрушечка. А есть вот такие кубики, это уже ребеночек тоже. Это с 2 лет. Вставлять вот такие деревянные штучечки. Хорошо. Ферма тоже вот. Классно. И такое все. Здесь уже для детей побольше. Вот. Вот такие деревянные машинки 3 лет и выше, $25. Интересная такая. Вот кукла есть, помню в детстве, но у нас были бумажные, с бумаги такие были, одежда, такие сзаду такие штучки, и они закрывались, и одежда держалась. Это деревянные на магните, классная тоже. Вот маленькая штучка. Маленькая, $20. Такая вот. Это интересная. Машиночки всякие. Вот деревянные. Оно сразу. И ребенок играется, и хорошо для мозгов, или как сказать. Коврики. Одежда вот на скидке. Так она $22. Это уже по скидке. А так $42. Вот такой бодик маленький. Ну, конечно же, очень дорого. Нету палочки, должна быть. Ух ты! Классная штучка такая. А, вот цена будет на нее. 10 месяцев. $30. И вот, что мне еще понравилось. Такая штучка очень интересная. Это оно так не снимается, а нужно его выкручивать. Вот. Тоже для детей интересно. И вот так работает. Так. Такие мячики, они все такое интересное. $20 такая игрушка. Коляски такие здесь. По $600 были 800. Это двойная вот для двух детей. 599. Миксер даже есть, друзья, деревянный. Смотрите, хлеб, яйцо. Все такое классное. Здесь блинчики выпекать тоже деревянные. Рыбки, на рыбалочку идти, пиццы выпекать, вот, тоже деревянная. Ой, какое классное. $65, вот. Доктор Айболит, зубной дентист, зубной доктор, смотрите,
тоже все деревянное. Классное такое. Для детей. Хорошенькое. Убирать вот даже домик. Ну, тут пластик уже. А это здесь буковки, вот цифры, буквы. Зверюшки всякие. На магните они. И вот здесь тоже. Это еда. Бургер делать, смотрите, помидорки, булки, вот. И все деревянное. А ну сколько этот бургер? 27 рублей. Рублей уже говорю. Мороженое. Очень классное. Паровозик такой. Паровозик у нас сколько стоит? 25. Часики. Сразу ребенка и учить, сколько времени, часы. 18 долларов. Ну, классное такое. Машинки вот. Это одежда. Всякие такие вот. Вот какие штучки. 55 долларов. Платьица такие. Такая игрушка. Миксер. Это с цинемом. Булочки выпекать. Пицца опять. Вот эти такие красивые. 23, ну 39. Вот один такой бодик. А эти пледы, друзья, 100 долларов. Да, 99. Такие для... Да? Маленькая шапочка. 15 долларов. Вот такая. Ну, у кого деньги позволяют, то тот и покупает коляски. Коляска 689. Такая маленькая рубашечка 45 долларов, друзья. Представьте, как дорого. Чуть не упала. Все такое. Здесь для девочек резинки. Это пустушку прикреплять. Такие штучки, когда кормить. $15 такая игрушечка. Здесь до 16 лет юбочки, одежда, юбочки, одежда. Такая юбочка сколько? 35. Такая юбочка. Вот какие куколки красивые сидят. Маленькие книжечки. И смотрите, какая, ух ты, какая прекрасная тележка. 1600. Это возить детей. Классная, да? Ну. И там стульчики такие. К столу подвигать их. Ну, все деревянное оно. Красивое. Ну и, конечно же, цены прекрасные. $20.
Друзья, я уже в Walmart. На скидке сейчас на по $5. Вот мужские труселя за 3 пары $5. А были они, не вижу, сколько были такие. И были по 11, сейчас по 8. Вот такие носки. 6 пар. Я уже взяла вот в тележку. Мне нужно что-то детское, друзья. Так, $98. Вот по $6 поливалки. А я взяла за 17, представляете? Ну, что ж поделать. Так, мне нужна коляска детская, такая маленькая. Я не знаю, где ее взять. Где ее купить. Будут они здесь или нет? Испугалась. Друзья, вот очень классно чебуреки я делаю. Готовое тесто 4,47. Здесь у нас 18 блинов. Они сырые, но готовые. Очень вкусные чебуреки получаются. Быстро и вкусно. Друзья, я уже дома. Уже у нас 6 часов вечера, но у нас как бы еще день. И сделала вот такой салатик. Помидоры, огурцы, авокадо, зеленый лук, укроп. Укроп и зеленый лук с огорода и капуста. И все это заправляю вот таким соусом, ранчем. И смазываю. Сейчас дети приедут с работы. И будет у нас ужин. А, еще картошечку сварили. Картошка еще не своя. Своя пока что только-только всходит. Вот такой вкусненький получается. И если я уже заправляю этим соусом, то я его, друзья, не солю, потому что здесь есть соль, и оно как раз получается вкусно. А здесь картошечка с маслом. Так. Просто разрезаю картошку на 4 кубика. И вот топленое масло. Ой, топленое. Расставшее масло разогретое. И это Гена ее так всегда заправляет. И очень нам нравится это блюдо. И это такая картошечка с салатиком. Супер. Такой ужин у нас, друзья. Всем приятного аппетита. Картошечка тоже с магазина. Не молоденькая. Обычная картошка. Ну, очень вкусно.